Техника, конечно же, есть любая. И снимать клип сейчас можно на все, что угодно. Есть вариант съемки на мобильное оборудование, есть вариант съемки на DSLR. DSLR – это когда вы берете фотоаппараты, они есть зеркальные, беззеркальные, и, собственно, на них снимаете клип. Вариант съемки на кинооборудование. Рассмотрим быстренько все эти варианты. Мобильное оборудование – это смартфон. Конечно же, вам понадобится смартфон, минимум 256 гигабайт. Лучше брать какие-то смартфоны, где сразу по несколько камер. Но тут нужно понимать, что если вы снимаете на смартфон, снимаете там сами, не сами, друзья, неважно, вам понадобится лучше всего там дополнительная оптика. Плюс к смартфону было бы здорово использовать стабилизатор. Стабилизация для смартфона, она, в принципе, недорогая. Также вы можете использовать разные камеры, там Insta 360, градусов, можете использовать камеры GoPro. Все, опять же, задача, все это можно использовать и снять трушное видео. Для TikTok точно подойдет вполне смартфон, более чем. DSLR, он, конечно, на мой взгляд, потихоньку уходит, особенно от клипов приходят бюджетные кинокамеры, об этом расскажу дальше. Значит, началось все с Canon 5D Mark II. Я, в принципе, сразу, как он только практически вышел, только-только там начали снимать на него видео, в принципе, я его купил и с него начинал. DSLR в полном обвесе, в принципе, выглядит как большая кинокамера. DSLR не требует, опять же, дорогой стабилизации, недорогие стабилизаторы, всякие там Джон Крейны, но это в целом вы можете гуглить. В общем, вам скажу, что, в принципе, взяли фотоаппарат, прикрепили его недорогой стабилизатор, и это уже работает. Чем дешевле сам продакшн, тем дороже постпродакшн. Дороже цветокоррекция, нужно давить больше шумов и так далее. Поэтому, когда мы работаем с смартфонами, всякими экшн-камерами, там даже DSLR-ами, все-таки с материалом работать на посте посложнее. Кинооборудование набирает популярность. Почему? Да, какое оно бывает? Ну, например, вот камеры там RED, Alexa и так далее. Это все дорогое удовольствие, и к RED обязательно требуется техник. Его просто так вам никто не даст. Вы можете использовать недорогие кинокамеры, такие как Canon, Sony, Blackmagic, разные там есть, Ursa, Pocket, и сейчас очень набирает популярность. Blackmagic, скажем так, дешевый и хороший. Но опять же, смотрите, да, там плюс объективы в обвесе, все равно это тяжело. Ну, чем больше обвеса, тем сложнее стабилизация и так далее и тому подобное. Я же топлю за то, чтобы все было поменьше, поаккуратнее, и в то же время выдавать качество, и это возможно. Китайцы выпустили такую камеру, как Zcam, уже несколько раз ее тестировали, супер качество, нам нравится, и частенько ее используем. И работаем и с Алексами, и с Редами. Соответственно, если вы используете большую камеру, вам необходима серьезная стабилизация. Это либо вот такой классический стедикам, с которым работает оператор-стедикамщик, соответственно, это отдельный человек. Либо вы работаете вот с таким электронным стедикамом, это немножко по-другому. Все-таки электронный стедикам и обычный стедикам, да, вот этот вот классический, они отличаются. И по картинке видно, что человек работал с электронным стедикамом, потому что если он ходит, например, чувствуются шаги. Поэтому очень много ездит сейчас операторов с электронным стедикамом и на гироскутере. Но это не всегда удобно. И я думаю, что еще очень долго будут востребованы именно классические стедикамщики, где все очень плавно, там можно повернуть, вытащить камеру из машины. Если вы используете Pocket, тот же Zcam, в принципе, стабилизация не такая уж и дорогая. Опять же, если вы используете большие объективы, кинообъективы, а оптика – это очень важно. Даже на DSLR, если вы цепляете кинооптику, то картинка получается крутой. Оптика дает очень много. Это тот пункт затрат, на которых тоже не стоит, конечно, экономить. Естественно, если вы снимаете на хорошее оборудование, на хорошую оптику, на хорошую камеру, то постпродакшн у вас уже менее дорогой, уже лучше красится, у него больше там динамический диапазон, и, соответственно, можно вытянуть в цветах, тенях, даже если вы где-то оператор не смог взять по свету, там небо вылетело, стало белым. Ну, то есть возможностей гораздо больше.